На конкурс дети читают стихи. Зайдюля Анастасия, 11 лет, лицей номер 5, Железногорск, Курская область. Номинация «Дети читают стихи». Вадим Еремин, «Папа потерялся». В детском мире, сколько этажей? 4. Мама, папа, я, Олег, поднимаемся наверх. На четвертом этаже папа наш устал уже. Мы оставили его возле кассы одного. Обошли мы 5 отделов, километров 10 сделав. Вниз спускаемся опять, нигде папы не видать. Грустно мы идем домой, мама шепчет: «Боже мой!» Вот пришли, глядим в окно, дома папа наш давно.